В Десногорске активно действует волонтерская акция «Протяни руку». Мероприятие стало частью городских превентивных мер против коронавируса. Волонтеры оказывают помощь с доставкой лекарств тем, кто самостоятельно сходить за ними не имеет возможности. Это люди 65+, ковид-больные и инвалиды. Теперь наши добровольцы будут развозить данным людям лекарственные препараты, которые они получали ранее по рецептам. Акция проходит при участии медсанчасти номер 135 Десногорска. Медучреждение подготавливает лекарства для каждого пациента, который стоит на учете. А задача волонтеров – доставить медицинские наборы до дверей горожан. Сегодня мы работаем в составе 4 волонтеров из волонтерского штаба города Десногорска. Сегодня у нас 12 адресов по очень разным микрорайонам, то есть очень большая расстановка по городу. Мы разносим лекарства, соответственно, рецептом. Таким способом волонтерам удается взять на себя часть забот медперсонала, которые связаны с выдачей медицинских препаратов. Кроме того, удается минимизировать и случайный контакт больного с горожанами на улице, доставив лекарства к нему домой. Акция «Протяни руку» уже получила положительные отзывы у десногорцев. Безусловно, это великолепно. Это же они сохраняют мне жизнь, здоровье. Так что от души спасибо огромное. Доставка лекарственных препаратов добровольцами штаба осуществляется по будням с 17:30. Телефон горячей линии 8-920-310-88-03. Мероприятие действует до тех пор, пока это будет необходимо.